Количество выданных в Башкортостане кредитных банковских карт по итогам первого квартала текущего года сократилось более чем на 6,5%. Такие данные приводят в Национальном бюро кредитных историй. В целом по стране отмечается бурный рост кредитования в целом и выдачи кредитных карт в частности. В первом квартале выдано на 15% карт больше, чем годом ранее. Эта цифра достигла 1 200 000 штук. Среди 40 регионов-лидеров по выдаче карт лишь в 5 отмечено снижение темпов. От символического минуса в 0,5% до снижения в 8,5% во Владимирской области. По мнению аналитиков Бюро кредитных историй, снижение может быть результатом того, что находить хороших заемщиков для кредитования становится все сложнее, потому что ситуация с их реальными доходами по-прежнему нестабильна.